Всех приветствую на своих Яндекс.Рутуб и Ютуб каналах «За окном пятница, 5 мая». Сегодня я с вами поговорю по поводу некоторых изменений на канале. Сейчас схема выходов ролика следующая. По пятницам выходит видео, где мы подробно обсуждаем какую-то важную тему. И каждый день в 10 часов утра выходят короткие видео, где я показываю, что у меня и как растет, или доношу до вас какую-то небольшую, но на мой взгляд очень важную мысль. Статистика наглядно показывает, что вам больше нравятся короткие видео. Вы не любите даже 3, 4 или максимум 5-минутные ролики. Поэтому теперь по пятницам в 6 вечера будут выходить условно длинные видео, где я буду делать либо обзоры, либо делиться какими-то важными, на мой взгляд, мыслями, которые не получается донести в формате короткого видео. Но не каждую пятницу, как до сего момента, а по мере поступления вопросов или появления у меня каких-то мыслей, которыми я захочу поделиться. Если вам интересна какая-то тема, обязательно пишите это в комментариях, все подробно разберу и покажу вам. Например, месяц назад вышло короткое видео о том, что лук не боится заморозков и его можно сажать сразу, как сойдет снег. Это видео собрало очень много дизлайков, так напишите лучше, почему вы не согласны, и мы с вами это предметно обсудим. Повторюсь, канал существует только на моем личном энтузиазме, и после начала известных событий не приносит ни копейки денег. YouTube отключил монетизацию в России, а наши горячо любимые Яндекс.Цены и Рутуб как будто специально все делают, чтобы авторы ничего не получали. Поэтому в описании к видео на первом месте будет ссылка на банковскую карту, куда вы сможете задонатить любую сумму на развитие канала. Подписывайтесь на канал, всем пока и удачи!